Всем салам, с вами Тотем, и сегодня со мной Огурчик, поздоровайся. Всем салам. И сегодня мы будем пвпшиться на сервере Антралия. Но вы не забудьте подписаться и поставить лайк, пускай больше похожего контента. И на колокольчик не забудьте. И на колокольчик не забудьте нажать. Ну а мы... Так, ну чё, ребят, первая дуэль у нас, естественно, фист. Сейчас, подождите. Возможно, будет небольшая проблема с микрофоном. Ну пофиг, давай. Ты не на игру, у тебя читы, ты не откидываешься. Читер, фу. Читы. Ну и вот, ребят, мы победили его на фисте. Тут еще какой-то челепиздрик пришел. Ну я бы с ним... Вообще победа. Да, победа. Да я с ним, наверное, не буду сейчас не сильно пвпшиться. Я, наверное, сольюсь ему. И пойдем в следующее пвп. Ну и следующий, ребят, у нас дуэль. Это, естественно, Гэппл. Сейчас мы начнем бить нашего огурчика. Не бей огурцы. Бей банан. Я его вчера, кстати, ел огурцы вообще. Я банан, я его потом курицам отдал, он вкусный. Не, ну это мы, конечно, осуждаем. Если реально не вкусный. Походу вас срал. Не знаю, кто это такой. Че ты на шифте стоишь? Не знаю сам. А че яблоко так быстро исчезает? Это не агро, чуть не сдох. Яблоко пофиксили, все понятно. Все, изи победа. Ну и вот, следующий у нас PvP, это, естественно, суп. Кстати, IP сервера будет в описании, и канал Огурчика тоже будет в описании. Поэтому заходите и подписывайтесь на его канал. Не подпишитесь, ночью обосрёте, и будут глисты смачивать. Да, и также и на мой. Дай-ка я тоже, чтобы было более равенство хоть какое-то. Которое вообще не равенство. Или это не игр? Даже похавать не успел. Ты негр, у меня суп закончился. Все. Ну, мы переходим к следующему. Ну и следующий, ребят, у нас дуэль, это Сюмми. Так, ну у нас огурчик куда-то идет. Куда-то огурчик у нас идет. Непонятно куда, непонятно зачем, непонятно почему. Ты негр, ты с центра начал, а я паркурить пошел. Так потому что ты сам туда пошел, я поэтому хотел тебя скинуть. Ты негр, я паркурю. Ты дебил. Сам дебил. Мы там, кстати, они. Мы 5 бананов курим выкинули. Ну, ты негр, конечно. Сам. Нафиг только палка в сумму. Там они фига не кидают. Ну да, кстати. Есть такое. И да, я его победил. Ну и последний, ребят, у нас PvP, это No Debuff. Ну, мы, конечно, сейчас начнем. Иди в кадык на сумму, негр, странно. Еще хоть одна у тебя победа, иди в кадык реально на сумму. Ты негр. Капец, ты из 20 блоков достаешь. Я сам не понял, как я так сделал. А чё, ты свалить хочешь, да? Ну, естественно. Опа, что-то у меня инвентарь залагал. Да давай уже, пвпшься, ну куда ты? Ты что-то далеко эндерпёр кидается. О, Слам, зря к тебе это пыхнулся. Чаты. Угу. Ну вон чаты, у тебя 17 хп. О, Амогус. Смачно комбо. Отвали. Я же видел, куда ты улетел. Всем пофиг. Да. Всем пофиг, я не отренгенился. Ой, блин, меня тут челик какой-то начал бить.
Блин, да ты... Ну, ладно, давайте я ему сольюсь. Ну вот, ребята, мы сейчас запишем по новой, так как нас тут челики начали бить, мы сейчас будем без перов, так как это... Потом челики нас увидят и убьют. Поэтому мы не будем, так сказать, рисковать немного. Сама такая. Ты не игр, ты не игр, ты не игр. Я тебе тут. Тебе твой телефон в жопу запихает. Опять ты на шифт нажал. Достаешь. А как ты так боком бьешь, скажи мне? Я не так далеко хотела, в бок хотел. Да ты тупой негр. Сам. Давай. Салон негр. Завидую тебе, рукой лупаш. Угу. Крутой. Ага. Напряженный. Не, вообще нет. Не, вообще нет. И вообще, да. Нет. Где? Всегда такая рожа, когда я пвфшусь. Мне хоть пофиг, хоть даже с лобом. Скинь это лицо, где... Все, изи, победа. Короче, ребят, я, оказывается, забыл, нам надо еще записать комбо. Сейчас мы это, в принципе, запишем, устроим, и будет все хорошечно. Так, ну давай, я хоть давно не поупрашивался вообще на этом сервере. Да, тут. Не, честно, туда. Можно сказать, месяц. Нигут. И да, это и была изи победа, и сейчас меня убьет. Ну вот, ребят, вот такой получился у нас PvP. Я выиграл огурчика 6 раз. Конечно, есть тут еще 7 PvP, но мы уже не стали на него заходить. С вами был Тотем и огурчик. Всем удачи, всем пока. Булочка.